Итак, всем доброй ночи. Так как вы находитесь со мной, у меня ночь. Мы начинаем движение потихонечку. Выезжаем в сторону Дании. Находимся за 20 километров до границы с Данией. Время у нас 2:30. Я планировал выехать в 2. Но диспонент заказал на 2:30. 60 метров, поверните налево. Поэтому поедем на 2:30. Особо не молотил, завел на 3 минутки. Так как коллеги спят, чтобы их уже не будить. Пару минуток поработало, да, потихонечку будем выбираться. Включим обогрев зеркал. Включил туманки. В мане прикольно. Не то, что на себя вытягивается, а оттягиваешь, загораются туманки. Оттягиваешь, они выключаются. То есть оттягиваешь и отпускаешь, она назад возвращается. На следующем повороте поверните налево. Туманок впереди у меня нету. Поэтому едем на основном свете, на головном. С погодкой нам не повезло, конечно. Туманище. Так, друзья, я на заправке. Приятное известие. Взял шоколадку и большой кофе. И поедем дальше. Друзья, вот я на территории, вот там находится офис, где горят окна, но надпись 9:30. У меня фикс написан на 8:00, но это в порядке вещей, когда диспонент пишет на 8:00, на самом деле, возможно, и 9:30 фикс, потому что доверять им не стоит, они на полчаса 100% перестраховываются. Я стою в такой елке, вот. Туман. Здесь, короче, дорога была такая узкая. Сюда, когда ехал, немножко так поджимало, конечно. Ну, как поджимало? Не то, что страшно было, но, типа, сосредоточен был. Вот. Фирма по названию бьется вроде как. Frode Laursen. Вот. Никого там нету пока в офисе. Пока, короче, ждем. Так, ну что, друзья, мы выезжаем с фирмы. Выезжаем назад. Короче, какая команда поступила? Команда поступила, выезжаем назад в Германию. Максимально по семерке вниз. Вот такая вот команда. Ну что ж, мы там простояли 4 часа, прождал я. 15 час у меня заканчивается в 17:30. Вот будем потихонечку выбираться.
Так. Мост нам сейчас скинут, пока мы тут будем качаться по этим дорогам датским. Так. Здесь, конечно, не особо дорога. Это сейчас выйдем на 225-ю. Она чуть более лучше, но тоже не очень. Так. Ладно, друзья, будем продолжать движение в таком режиме. Потихонечку будем качаться, рассматривать здание. Дания на меня особо впечатления не воспроизвела, я вам так скажу. Мне кажется, восточная часть здесь в основном занимается сельским хозяйством, возможно, я не прав. Поправьте меня, посмотрите, кругом поля, просто, ну, кругом все сплошной колхоз. Либо я в таком месте, не совсем понимаю. Вот, и хотелось бы такую удивительную особенность отметить, что у них знаки, дорожные указатели, точнее, находятся внизу, чуть ли не на земле, не на высоте, на уровне там глаз водителя, а внизу. Вот если сейчас будут, я там покажу. Хотя на видео будет в любом случае. Вот, и это как бы немножко очень так как-то, не знаю, не очень удобно, наверное. Потому что вот я ехал ночью по этим дорогам в туман и присматривался там ко всяким поворотам, короче, ну, как-то как, куда, какие эти указатели, они, тем более снизу, мне кажется, зимой снег их будет закидывать, то есть, ну, не совсем понятно. Так, здесь у нас сужение будет сейчас через 110 метров, мы должны немножко подпропустить. Ладно, едем дальше в сторону моста. Вот видите указатели. То есть указатель может зарасти, либо его закинет снегом, поэтому будете в Дании, смотрите внимательно. Сейчас я вам покажу примерно. Это зона населенного пункта. Я так понимаю, синим знаком белый у них населенный пункт. Вот смотрите, Сандеру. Где-то в траве прячется. Поэтому я вам что скажу по поводу Дании. Будете в Дании, смотрите под ноги. Там дорожные указатели. Так, я думаю, серию мы и назовем эту. Такую удивительную особенность отметил я в Дании со всего. Ладно, едем дальше. Вот мы едем в сторону 20-го автобана. Нам указатель указывает. Так, друзья, у нас пока нету номера референции, сказали подождать. Стоим на таком вот паркинге. Нам надо... Ну, мы буквально перед рамками. Заказала, короче, покушать, чтобы не терять момент. Не знаю, заказал по картинке что-то похожее на какой-то гамбургер, но что-то мне поналожили, я даже не знаю, что здесь.
буду вскрывать. Ого. Как пахнет. Ну, котлета такая была. Просто космос. Какой-то соус. Короче, мне приятного аппетита, вам приятного просмотра. После обеденного перерыва продолжим дальше движение через мост Большой Бет. Или Белит, как он там называется. Так, ну что, друзья, скинули нам номер референции. Выезжаем мы с этой заправочки. И едем в сторону моста. На следующем повороте поверните направо. Большой Бельт называется мост. Кстати, классно я покушал. Обалденный этот. Это ни с чем не похоже. Якобы какой-то типа Биг Тейсти. Говяжья типа котлета. Но булка совсем другая. То есть это не Макдональдс. Это нечто такое более, наверное, полезное, скажем так, если можно назвать полезным. Но там в качестве заправки, типа, поджарка такая. Поверните налево на дороге с круговым движением. Съедьте, используя третий съезд. Короче, ребята, я, честно говоря, кайфанул. Очень плотно покушал. Обалденно. Так. Это, конечно, не национальная кухня, но тоже как бы надо пробовать. Используйте эти съезд. В разных местах, потому что мне на самом деле стыдно сказать, конечно, но я сколько езжу, но я до сих пор не ел итальянской пиццы. Да, есть грешок такой за мной. Но я думаю, мы поправим это дело. Так, все, сейчас выезжаем. Номер референции есть, но по факту. Так, что там? Экспресс. А, мотоциклом нельзя. Потому что впереди номер не читается. Потому что не читается впереди номер, и поэтому мотоциклом под экспресс нельзя. Так, вот вы видите экспресс, госномер, карта и кэш. Так, давайте мы за этой ДСВшкой поедем. Вы превышаете допустимую скорость. И возьмем еще чуть-чуть правее. Так, ну что, считывание. Что-то случилось, мы сделали вот такой коридор, и они по этому коридору движутся, там впереди авария, пробка, я еще в Дании нахожусь, вот как-то так, ждем, мне чуть-чуть осталось до паркинга, но ничего не поделаешь. Yeah.